Мы не так давно знаем друг друга. Но последние 10 месяцев были счастливейшими в моей жизни. Я не просто люблю тебя, ты еще и мой друг. Я хочу провести с тобой всю жизнь. Ты будешь моей женой? Да. Вы считаете, это хорошо, серьезно? Нет. А мне казалось, я удачно выразил свою мысль. Мне больно. Ой, простите, простите. Эти чертовы катетеры защемляются иногда. Ведь мама и папа еще мало знакомы с Бобом. Папа не против? Боб сделал предложение папе. Надо же, Боб догадался попросить разрешение у папы. Да. Да. Ты у себя в классе? Нет, я с Грегом. Как он там? Все хорошо. У меня столько... Тратить на моих родителей юмор — пустое дело. Они что, глухонемые? Ладно, никаких шуток. Что ты делаешь? А что? Отец считает курение признак слабости, я же говорила. Ладно, оставлю их в машине. Нет, он сюда заглянет. Он заглянет. Вот так. Да, на крыше будет надежнее. Мы с тобой... мы не живем, ясно? Ты что, не сказала им? Ну, мне... Папочка! Малышка моя, как я соскучился! Я тоже соскучилась, Джек Джем! Радость моя! Мы следим за вами. Джек, а вдруг это сочтут незаконным? Вмешательство в частную жизнь и все такое? Когда по твоему дому забегают маленькие трахеры, ты ощутишь потребность в такой защите. Угу. Да.